Добро пожаловать в дом Хардорблс, которую зовут Настя. Всем привет! Сегодня я вас познакомлю вот с такой девочкой Хардорблс, которую я назвала Настя. У нее такие белые волосы, такой ободочек, такое личико. И, конечно же, вот такое вот платьишко с туфельками. И да, ребята, я вам сразу скажу то, что у нее в гостях вот такая вот девочка. Ее зовут Эвелина. Такая вот она, Эвелиночка. Она сидит вот здесь пока. У Насти также живут она, ее питомец, шопкинсы. Это, кстати, я сделала такой для нее туалетик, ну, для него, этого питомчика, туалетик. А вот это вот, как ее там, это чтобы питомчик вот так игрался, типа ниточка такая. Но это основная комната Насти. С ее вот таким нарядом. Смотрите, это типа, ну, такая футболочка одновременно и одновременно шортики. Ну, это как сарафанчик, в общем. Тут у нее есть диван, лампа, вот такое вот радио и телевизор. Что-то он у нас там упал. Вот, смотрите. И вот такая вот лошадка. Потому что у нее скоро приедет сестренка, и она купила сразу же вот такую лошадку ей. Вот такой дом у Хардорблс. Я его сама сделала. Ведь смотрите, он из коробок. Смотрите, я вам сейчас расскажу, как же я этот домик сделала. Смотрите, вот эта основная коробка, она была закрыта. Я вот эту крышку основную так сгинула и приклеила так. Это одна коробка. И другая коробка. Там, где тут пуфики стоят. И они сейчас тут сидят. Ой, нарядик упал, ребята. Господи, господи, господи. Сейчас нужно его убрать. Вот такой вот домик. Это Настя, а это Эвелина, ее подружка. А это их площадка. Такая вот каруселька. Это типа, знаете, ну, вот такая штучка. И магазинчик. Смотрите. Тут открывается все. Смотрите, что тут есть. Сейчас я вам покажу. Смотрите, тут всякие штучки. Шарики, мячики, наклейки, кружечки. Куклы, динозаврики, мишки и медали. Вот такая в основном площадка у них. Такая. Ну, магазинчик пока закроем. Смотрите, очень классно. И вот такой столик. Вот такой обычный розовый стол. Чайник, сладкое, тарелочка. Такая штучка, не помню, как называется. И тут еще есть сахарница. Вот это, видите? Вот. Ну, вот сладости. Вот такая вот подставка для самой еды в основном. И стул красивенький, фиолетовый. Такой, смотрите. Вот, вот такой у нее столик. Прикольненький. Кстати, вот такая бутылочка. Ее можно дать, кстати, вот этой вот ее подружке Эвелине. Давайте сейчас так и сделаем. Вот, положила. Тут уже бутылочку. Очень классненький домик. В основном мне все нравятся.
Ха-ха-ха, тут пупсик. Такая площадка. Сам дом. И столик на природе, так как у нее всегда жарко. Изи, кстати, я накрасила ногти. Вот так классно у меня все обустроено.